Всем привет, с вами Лев, и мы продолжим играть в Майнкрафт. Это время хардкора, 9-я серия, да, ребят, в принципе, прошло 4 месяца с последней серии, да, это дофига времени, это почти полгода, и я хочу просто, ну, как бы, сейчас продолжить записывать, и записывать раз ролик, как-то раз-два ролика, но не позже. То есть записывать достаточно часто записывать время хардкора, потому что, в принципе, сборочка, я ее сейчас обновил, кстати, да, то есть я переделал ее немножечко, и теперь получается, ну, как перезагрузка какая-то будет у нас в сборке, да, небольшая, то есть я изменил модов 10 и добавил, ну, получается, добавил модов 10 как раз и изменил, наверное, модов 15-17, как-то так, да. Я хочу сегодня рассказать о некоторых вещах, которые я сделал вообще не видео за 4 месяца. В принципе, я как раз это делал примерно 4 месяца назад, я сборку поменял, наверное, 3 месяца назад это все происходило, да, все это менял, да. Поставил новый Faithful, теперь он не 64 на 64, а 32 на 32. Но он будет поддерживать еще моды, то есть он не будет только обычный Майнкрафт изменять, а будет еще меняться разные моды. Например, мод на Backpack. Я раньше вообще не делал рюкзаки, сейчас решил сделать. У меня этот мод уже стоял. Вот так вот я потратил столько кожи, да, это получается потратил не 8 кожи, а 16. И получил большой рюкзак. Видите, я теперь еще и с шейдерами играю. Кстати, напишите сразу в комментариях, какие шейдеры лучше. Вот такие вот или вот такие? Мне кажется, вот такие с какой-то стороны даже лучше. Потому что, во-первых, у них и FPS больше, как-то приятнее с ними играть. Облака увидите вот такие вот. Как-то более приятно, да. Но я, наверное, это видео запишу с такими шейдерами, да. В любом случае. Хорошо. Сейчас вы, наверное, спросите, что это за новый портал, откуда он вообще взялся. Это эмеральдовое измерение. Я там вообще ни разу не был. То есть ни в креативе, ни в другом мире вообще ни разу не был. Окей, в принципе, у меня есть большой рюкзак. Здесь я сложил всякие вещи. Я, если что, убрал уже броню новую, да. Все это тестил в другом мире, в креативе как раз, да. И, короче, скрафтил лучшие инструменты, которые мог скрафтить на данный момент. Видите, вот такая вот кирка. Думаю, помните эти сливки. У меня было, да. Были такие сливки у меня. Я, кстати, могу блоком переплавлять слитки, вообще любые вещи, я так понимаю, нифига себе. Броня, 3 алмаза, кожа, вот с алмазами были некоторые проблемы, приходилось их, насколько я помню, добывать, да. Это я все давно делал, видите, 4 слитка получается усиленное железо, по идее, да, как-то так переводится. То есть, видите, вот такая вот броня. Я сейчас снял эмеральдовую броню, да, я ее тебе использовать вообще, наверное, не буду никогда, да. Потому что вот эта броня, она получше, она лучше, чем вот эта. То есть, конечно, у нее нету скорости, у нее наоборот медлительность 1. Но у нее зато есть сила 1, я хоть делал эти удары, буду теперь помедленнее. Видите, меч медленнее бьет, да, потому что у меня, видите, замедление, да, типа усталость 1. Вялость, или как-то так переводится, да. Сила 1 у нас зато есть. Да, то есть он у нас будет, может быть, по 20, а не 18. Здесь у нас лежат еще важные вещи для Abyssalcraft'а, да, мода. У нас есть вот такие ботинки. И я также заметил после 8 части, ну, через какое-то время, естественно, да, то, что можно апгрейдить вот так вот с помощью 2 слитков. Алмазы тут, золото нужно будет, но это фигня, это все равно можно все легко найти. Но проблема в том, то, что в обычном мире я почему-то не могу найти руду из Abyssalcraft'а мода. Хотя в 1.12 там вполне эта руда находится в обычном мире. Я не знаю, может быть, на 1.7.10 все по-другому устроено. Хотя я вроде как читал, и на 1.7.10, по идее, тоже должно под землей все это куда присутствовать. Изменил сборку еще в плане хардкора, потому что сборка называется время хардкора, и здесь надо как бы много чего изменить было. И я, короче, вот что сделал. Помимо шейдеров, текстур там и всяких таких вещей, я убрал шкалу сложности. В 8 серии я говорил о том, то, что я боюсь этого делать, потому что где-то читал, да, то, что люди писали про то, то, что если убрать этот мод, то у вас не будет запускаться мир, вообще ничего работать не будет. То есть я все-таки рискнул, сохранил вот эту сборку, сохранил мир, и ничего не произошло. То есть, видите, спокойно все работает. То есть это была подстава, короче, да. Почему я убрал мод на сложность? Потому что у мобов становилось дохрена хп. То есть у них вместо
20 хп у зомби становилось 200, 300, 150, то есть это вообще дофига. Это просто уже нечестно, потому что максимальный меч в этой сборке где-то 30 урона. У нас тут, видите, жители, кстати, присутствуют. Я, кстати, теперь должен крафтить эмеральдовые яблоки или золотые, потому что у меня, заметьте, я все это видео сейчас разговариваю, и у меня за все время не восстановилось это сердечко. Вот это одно сердечко не восстановилось. У меня вообще больше жизни восстанавливаться не будут. Только золотыми яблоками, либо эмеральдовыми. Ну, точнее, изумрудными, да, буду говорить по-русски, да, изумрудными яблоками. Да. Можно, кстати, будет поискать еще мод, там, на какие-нибудь алмазные яблоки и так далее, чтобы было как-то поинтереснее, да. Чтобы не одни изумрудные крафтить. И, короче, дело в том, что я и так выращиваю изумрудные вещи, да. Видите, у меня даже две из изумрудов теперь. То есть не железные двери. Они, кстати, если что, просто так открываются. То есть, как деревянные, только текстурка другая. Вообще не знаю смысл их, этих дверей, да. Видите, я построил такой вот мостик. То есть, он и так был, но, видите, я его покрасивее сделал. У нас теперь заборчик, все такое. Деревьев там порубил куча, да. Теперь там деревьев вообще вот на этой горе нету. Вот здесь тоже поменьше стало деревьев. Потому что деревьев реально мало. Деревья добывал, если что, неделю назад где-то. Давайте расскажу про ритуалы Abyssal Craft. Я это тоже не все, весь этот ритуал создавал. Вокруг надо 8 булыжников делать. И вот здесь, по-моему, тоже булыжник надо. Вот это могу ошибаться, но, по-моему, тоже. То есть вокруг 8 булыжников, да, обычных, да, и вот сюда. И сюда, короче, ты с помощью шифта правой кнопкой нажимаешь, и создается вот этот... Вот этот ритуальный, я не знаю, ритуальный круг или что-то такое, да. Ситуация такая, то что нужно энергию каким-то образом мне получать в этот некрономикон, потому что мне нужно в будущем крафтить порталы, да, из Abyssal Craft как раз. Сейчас давайте покажу, давайте вот таким вот образом покажу. Здесь, кстати, 49 модов. Раньше было 38, 37, то есть немножечко так менялось, да. Вот так вот он крафтится, это блейзовые палочки. Это не стрёмно, это не сложно. Из кораллов крафтится, видите? Короче, видите, вот так вот их соединяешь, да? У меня их мало, у меня 15 штук всего, да. Вот это еще надо скрафтить, то есть это сложно делается. У нас какие-то шарды какие-то нужны, да? 2000 энергии на это нужно, чтобы сделать эти шарды. Нужны вот эти штуки, у нас вот эти штуки есть. Shadow Gem, да? Кораллиум Пёрл тоже можно скрафтить, и тоже 300 энергии нужно, да. То есть это вполне можно скрафтить, нам надо просто много кораллиума этого, да, который добывается в зараженном биоме, да, как раз. В принципе, думаю, вы более-менее поняли, да, то есть надо, получается, просто добывать много кораллиума и каким-то образом узнать, как добывается энергия, потому что этого я не знаю. Крипипасты, кстати, остался мод, им тоже надо будет заняться. В принципе, да. Я, кстати, хотел почему-то нож выбить из Джеффа из-за киллера. Не помню, не знаю зачем. Я же его и так в данже каком-то нашел, да? Позапрошлый сейв, 7-й. Короче, его не выпало. Здесь, по-моему, здесь Джейн за киллер. Да. Ух, ёпта. Чё так пугаешь-то? Она, если что, нас не бьет. Она жителей, кстати, убить может. Я поэтому ее и убил, кстати. Я забыл про это. Она же жителей убивает. У меня, кстати, дом, видите, сгорел немножко. Ну, да, потому что фаербол какой-то моб кинул в меня и подгорел дом. Да, я могу сейчас, в принципе, при вас все это заделать. Я вроде как все рассказал. У нас, кстати, какой-то новогодний сундучок. На Новый год его делал. Да, новогодние сундучки же, они же так и выглядят в Майнкрафте, только зеленый и красный. Да, как-то так. Хорошо. Давайте вот так вот мы заделаем, да, прям при вас. Стекло не все и все это... Добавлю, да? Оно у нас, если что, есть, по-моему, стекло. Стеклянные панели на первом этаже. Вот так вот поставим. Угу, неплохо. Это достаточно быстро все делается. Это хорошо. Вот у нас второй этаж. Я им что-то не пользовался. Вроде как я его показывал, может быть, как раз 7-й или 6-й серии. Но я им что-то вообще не пользовался. Я, по-моему, его даже не показывал вам. Еще, кстати, картошечка. Картошечка сейчас нужна только для того, чтобы я мог бегать. Хотя у меня и так сейчас замедление один, поэтому это мне не сильно поможет. Да. Насчет эмеральдового портала, кстати, с помощью него нужна вот такая вот зажигалка, чтобы его активировать. И обсидиан... Обсидиан не помню, кстати, давайте покажу. Чтобы вы все знали, надо все как бы показать, да.
и это обсидиан, 4 обсидиана и 1 эмераль. Получается эмеральдовый обсидиан. Завтра, ой, буду завтра, следующий серии мы сходим, да? Завтра, блин. Я каждый день серии, естественно, снимать не смогу. Я думаю, то, что части по 2, по 3 теперь буду записывать. Ну и также записывать 3 обычных ролика, которые сейчас записываю там. Буду записывать, кстати, адское выживание, да, на 1.16, когда выйдет. Там другие рубрики, да, которые есть, там мини-игры и многое-многое другое. Я еще кучу луков скрафтил, да, это было тоже давно, видите, вот такие вот луки. Один, правда, почему один? Должно же быть несколько. Вот еще эмеральдовый лук и такой лук, то есть почему-то... Кстати, вот эмеральдовые стрелы, но для этого нужна эмеральдовая вот эта палка, которая вообще никак не крафтится. То есть я, видите, нажимаю, то есть не знаю... Ее где-то выбить надо, то ли из эфритов, хотя это вряд ли, хотя кто его знает. Да, я смогу делать эмеральдовые стрелы, видите, вообще не стреляет. Ну, я, правда, сейчас без стрел, но они не работают. Кстати, насчет пушки, надо пушку, наверное, будет поискать в следующих сериях, потому что пушку же я потерял, да, помните, в 4-й серии. На этом, в принципе, я, наверное, буду заканчивать, потому что вроде как все рассказал. Постепенно развиваюсь, да, теперь наконец-то я могу, из-за того, что убрал мод на сложность повышения, да, я наконец могу в этом мире выживать сколько угодно. Что еще хочу сказать про время хардкора, теперь ночью спавнится много опасных мобов. Здесь же моды на всяких зомби, там, и скелетов, и много-много чего, да. Поэтому будет интересно, будет действительно интересно. Все, я застроил, вот это тоже застрою. Как-то видите... В доме как-то, в нашем этом доме немножечко порядок навел. Здесь у нас печки стояли, по-моему, да? Сделал две, да? Чтоб поудобнее было. Как-то так. Всем спасибо. Видите, у меня теперь кровяка еще, кстати, есть. Теперь зомби будут... Из него, кстати, картошка выпала, нифига себе. Да, круто, круто. Всем спасибо. Увидимся через ролик. Время хардкора, да, будет 10-я юбилейная часть. Как-то так, буду записывать, мы закончим, думаю, эту сборку, может быть, через полгода. Я, по крайней мере, надеюсь, то, что мы закончим ее через где-нибудь полгода, и вы будете ее дальше смотреть. И всем понравится вообще, как я вот это все записываю, как сборка вообще сама по себе интересная или нет. Я думаю, то, что достаточно интересная. Получается, теперь будет еще плавное, да, с FPS-ом, все такое. Ну, скорее всего, я, кстати, буду записывать с такими шейдерами, да, с такими, потому что такие получше, и FPS у них как-то побольше, да, по 100 где-то видео будет, по 88. Ну, поприятнее как-то себя чувствуешь с этими шейдерами. Все, заговорился. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Начнем развитие в следующих сериях. Пока-пока.